всем доброго денечка. Смотрите, какой я плотненький на январских праздниках-то. Я рад вас всех приветствовать в 23-м году. Сегодня 4 января, и мы на гонках. Отлично открываем этот сезон трофи-спринтом в станице Ханской. Вот где-то здесь будем кататься. Мы на этом мероприятии первый раз заявились в категорию спорт. Будем соревноваться с Халком и Нальбием, Титан Шеви Нива. Будет весело. Сейчас пойдем на обход и будем кататься. Всем удачи, приятного просмотра. Так, все на осмотре. У нас вот такая вот преграда, одна из первых. Заливают ее. В общем, будет холодно один хрен сегодня. Ну и дальше там по лесу. Слушай, зрители прям опасно стоят. Очень опасно. Зрители, сейчас кого-то боком выкинет и все. У нас тепло. Сегодня до плюс 10 обещают. Первый поехал стандарт. Обещали, конечно, спорт, но поехал стандарт. Все аккуратненько, почва замерзшая такая. Вот. Вот это будет грустно ей. Есть отрыв. Тут маленькие колесики. Ай-яй-яй. Затроило, все нормально. Даже у вас есть. Стандартный. Вас тоже затроил. А чё без шлемов? Девочка в шоке. Ошалеть. И... Всё. Да? Всё хорошо, минус колесо. Все, вырвало, там все, смотри, там мост. По-моему, мост напополам. Так мост напополам. Не, лопнул, смотри, лежит мост. Ну там, по-моему, его. О, фара где-то уже осталась. Нормально Нива идет, кстати, нормально. Самое эпичное это место здесь, сейчас еще чуть в другое пойдем. Там ступенька такая злая. А что сюда не хотят? Мне кажется, тут попроще. А там уже колено обивается, они скоро сюда поедут. Там видишь ступеньки. Во, я же говорю, контакт был, видишь у них с капотом? Все нормально. Осталось, да, зацепило. Начали аккуратничать. Начали аккуратничать, да, уже начали спокойно. Вот, 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 я про это и говорю, опасно, блин. Конечно, страшно, блин. Бля, у него подвеска-то идет хорошо. Ой. Вот так у тебя колеса тоже прыгают. Потерял, на заносе потерял, блин. Я
девочка. Да, без шлема вообще. Штурман девочка, да. Смотри, идет. Нива, сила. Нормально. Чуть лучше. Давай. Ну что, пацаны, ну давай, ну. Не, он просто всю дорогу идет и тост говорит. Мне кажется, пару сегодня СРПМов стандартных порвется. Слышь, вот эти нивы замученные, которые едут. У вас комментаторы какие-то хуйни. Стартер, стартер, цик, 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 цик. Назад заводи. Сейчас будет катер, катер. Да, на задник. Закройте с той стороны окно, иначе пыльца. Окно с той стороны закройте. Да подожди. Народные гуляния. Пацаны, либо вы уезжаете, либо вы пристали. Давай, 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 давай. О, есть! Там, где надо, братан. Да, отходите сюда. Просто команда, я бы сказал, команда. Я думаю, УАЗик рядом будет. Да, все, я нормально. Мне сегодня, Ашотик, еще купаться и купаться. А что, помогать? Да, все нормально тут. Пошла жара! Туда же лучше, тут ступени нет! Ох, жара! Прочихалась! Всё, Бузя! Вова! Вова! Молодец! Хорош! Готовься! О! На подъеме кайфуют. Четыре. Так, подзабились, поддогоняли друг друга. Сейчас будет борьба. Раз. Да, тут уже нету морды. Yeah.
Сейчас еще. Не, еще, еще, братан, еще! Колесо пробил. Заднее правое разул. Так, борьба продолжается. Зрители получили. Так, еще одно место. Не любите вы нивы, не уважаете вы их. Мы уважаем, мы видим, не мог остановиться. Нормально, нормально. Почти как Новокорсунская. Оба колеса разуты, оба. Подсобрались ребята. Сейчас будет немножко контактной помощи. Оказывается, гранату не порвал, а палка из шруза вылетела. Стопорного кольца, видимо, не было. Ну, сути это не меняет, морды нет. Молодец! Опасный человек. Молодец! Молодцы. Да брось ты его уже, брось! 5, 4, 3, 2, 1, стоп! Давай, 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 давай! Да беги ты ее! Ой. Все, пошла. Ну как всегда. Заскочил.
же как на льбине едет. Ой, стальной дрон, да? Да. Ну, давай, 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 давай
сами, хотя бы что-то здесь повезло. Пусть по трассе. Горки из небы. Да едем, не доебывайте сильно. Поговорились, давайте. Лепешка, вот порт сразу не уходит. Слушай,
А ну, на 2 секунды, привстань, встань. Я куртку его подстелил, все так. Я сейчас почти не вытянул. Все, грязная, бля. Ну, а потолок красивый какой. Можешь акулу объехать слева и за толиком нырнуть сразу? Там нету места. Якорь взять сразу. УАЗик, а где Толик? А где Толик? А что-то он прям быстро. Как-то он быстро. Подходи, машина, еще одна подъезжает. Вот Толик подходит. А, я колеса смотрю в разную сторону. Понятно.
прям по нему правильно. А как вы хотели? Это гонка. Ей, аккуратно, Слава, аккуратно. Хлебалом не захотели. Толик все сел. А ты что, молишься на коленях? Да. Осталось только помолиться.
говорю, ему гидроручник нужен. Чтобы в эти повороты заходить. Пока. Молоко не обошли. Блять, я кажется гнутый. Он и был гнутый. А, да? Да. Да дай ты, ну что ты, блядь, как не родной, а? Ну, смотри, как надо съезжать. Задрочился? Это Толик. Вот тут так. Да, он раньше закончил. Да. Ты на 9-й пошел, Толя? На 8-й. Разве не 8 он проехал? Вот это 8. Да, он на 8-й пошел. Бля, УАЗик хорошо. Да, УАЗик мне тоже нравится. Первый раз такое говорю. Это все было заснято. Нет, мне просто нравится. Но никто не слышал, кто это сказал. Не, мне просто нравится. Еще не видел. Ребята, не торопясь, двигать сюда. Просто не торопясь, они большие. Если он упадет, то не факт, что становится на дядьке. Все это белка. Скажи, Олег,
Олег, с днем рождения! А какой круг? У нас это 7-й заканчиваем. 8-й. 8-й начали. А мы обошли его. Мы уже на круг. Кто? Толик первый. На два круга. Это третья, мы вторые. Мы вторые, мы не торопимся, мы на круг идем. Мы Или ты UFO готовишься, лежишь? Ну я передаю жест. А. Вадика, только один шанс. Не, Вадик прям молодец. Олег, этот УАЗик лучше, чем твоя Нива. Она хотя бы сюда приехала. Олег по видеосвязи. Слышишь, Кость? Там УАЗик вас потихоньку догоняет. Это Виталик, что ли? Да. Вон, напротив. За каким хуем он нас догоняет? О! Скажи. Что он сразу за вами едет. Ну, метр. Ну, через 200. 300, 500. Ну да, поэтому чуть-чуть побыстрее. Он просто темп набрал, он очень быстро вас загоняет, очень быстро. Десять кругов. Фары оторваны, минус крыло. Остальное все ерунда, потому что машина целая. Ну, ребят, мы, по-моему, предварительно заняли третье место, но сами ошиблись. Мы думали, что впереди нас только Толик, но не увидели УАЗ и, в принципе, не торопясь ехали. Хотя были шансы победить, ну, на второе место. Но ничего, надо начинать с малого. Я уже позволяю себе отдыхать. Все, стартует туризм. В туризме очень много машин. УАЗ, там еще УАЗ, две Нивы, УАЗик, Нива, Джимник, Нива, еще, по-моему, УАЗ. Вот это тоже наше. Туризм, конечно, будет веселый. И они, по-моему, один раз едут в яму. Крайне редкое явление. Я что заметил? Девушка участвует в гонках. Даже в UFO и в СКФО такого не было. Дайте интервью, девушка. Да, девушка, нужно интервью. Вы из какого города? Станица Ханская. А, то есть вы местные. Вы тут все дорожки себе пробили, уже проложили. Не раз еще. Да? Организаторы. Я понял. Ну, успехов, будем наблюдать. Так, сейчас решают, как будет стартовать. Слишком много машин. Какой-то узкий мост, как мне кажется. Ну, такая. Котлета на базе УАЗика. Только почему она в туризме, тоже непонятно. Они сейчас идут, смотри, они также 10 кругов пойдут через яму. Остальные туристы идут по одному кругу через яму, они идут 10 кругов через яму. А что, нам надо было в спорт просто ехать, да и все. Ну просто они вам проиграть боялись, да? Да, да, да. Да, как когда, мы это где-то слышали. Итак. Через несколько секунд старт туризма. Получается две группы на два секундомера.
Мастар так называемый, ну такой слабенький. Машин много, это будет весело. Трасса маленькая, растянуться, ну растянуться точнее нету момента. Вот, я же говорил про ебут. Вот, вот вам и Мастарт. Вот если все вместе поехали... Почему туризм пустили против, после спорта? Потому что спорт уже разбили траекторию и стало легче. Вот и все. Если бы все вместе заехали, было бы еще интересней. Вот, УАЗик вообще не торопясь. И все, сразу все в колею выстроились. Паровозик с кайфом. Нет, забирай в салон. Чтоб ты ее видел, потому что она на колесо намотается. Все, пошел. Джимник кайф. Но правда он лебедку сейчас замучается разматывать, она в узлы сейчас завяжется. Есть полуось. А, оно поехало. Но это была полуось. Пацаны, УАЗик на лайтах. Ну и один самый суровый, который на металлическом тросу, по-моему. Это которая Нива на все бабки. Помогай колесами. Вот. И завелся, и сразу выехал. Я даже камеру не успел включить. Якорь в салон. Суровые. Вешки сбили почти все. На таких углах. Ошалеть. Колеса не травили?
Вообще не мнутся. Вообще не мнутся, да, очень мало. Это ты плохой штурман. А, тем более. Вот почему нельзя закидывать трос в салон, потому что начинается вот это разматывание. Вон уже узел есть. Он еще и с шаклом. Так, забирай! Камап, лебедка, по-моему. А, не, голда. Быстрая голда. А, стой, 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 стой! Все нормально, это опыт. Каждое действие это не все секунды, 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 которые отнимают это золотое время. Так, третий проезжает препятствие у вас. Как же в нем качает. Но едет Остап. Третье место. Пока что. Хорошая резина. Уехал на круг самый последний. Но далеко не самый последний поехал на второй, потому что все сидят, видимо, в яме. Почти ушел с этого места, потому что вроде как все проезжали. Но оказалось, что это было недолго. 9 кругов, говорила моя. А что, Лукян, на нету лайфу? Не, у него шоба ебать какая. А что, заводи. Помогай! Нива заглоша, джимник. Сильно уперся. Забирай, забирай, забирай. Помогай, помогай. Там уже ничего не спасет. Ситуация. Вот, пацаны. Трос, походу, восьмерочка был, да? А сели вы тут хорошо. Да не, вон УАЗика, проси, пускай тоже достает. Есть за что цеплять? Не, да какой бампер? Так, еще одна нивка завелась. Так, есть. Два выехали. Сейчас джимника назад. Нива, сила! Ошалелые все. Помогай колесами, помогай! Ну давай.
давай, давай, чуть-чуть. Сюда колеса влево сделай, влево колеса, вот. Тут уже беспредел. Так. Это тоже УАЗик стал. Джимник все закрыл. О! Боятся квадроцикл этот перевернуть. Колеса влево! Все, свободен. Да стой, стой, стой! Вперед! Да нахуй тебе штурман! Потом сядет! Ага, вот и чё! Ошалел! И УАЗик пошел! Допустим, это был редуктор, поздравляю. Не, это была внутрянка. Это внутренняя. А у него ж не жесткая блокировка, то есть если одна граната сломается, все. А редуктор ты сейчас нормально. А у вас как-нибудь вот здесь подпрыгнул, у него когда упало, не разорвало. Не, не увидел. Вот теперь уже редуктор. Не, какое? Ебать. А у него походу не СРПМ, а этот. Ну походу да. СРПМ? Ну тогда хрен знает. Ага. Еще одна, по-моему, клацнула, блин. Да, да, да. Еще одна клацнула, вот. Все встали, потом никто не пойдет. А я, блядь, парень, то, что у меня зарядка пропала. Да-да-да, там без... Там оно и щелкнуло, там внутри, походу. Да-да-да, похоже было. Там рулевые тяги поломались. Влево, влево, влево! А у него все, редуктор! Сцеплением воняет. Я видел, 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 да.
Извините, кашель. Да едь уже! Маршал, если считать минуты. Вешки уже. Поеду назад. Конор, не пройдите. Разулся, нет? Вот плюс живника. А у них нету лебедки, нету лебедки. Порвали. Они трос порвали. Пошла жара. Давай, микроба, вперед ему. Ну и все, а то на дверь. Чисто по фану, блядь, да. Отбегай. Ну это, прикинь, каждые 10 минут ему едет, ну если правильно. Да ладно! Я не верил и не снимал, но он выехал сам. Да. Последние минуты гонки. Вот уже стоят умершие. Все, и Нива стрельнула. Ё-моё. А УАЗик из колеи выехать не может. Сцепа. О, он стреляет. Еле на горку поднялся. Джимник. Очень сильно удивляет. УАЗик, все. Не водитель. Я понял. Лебедкой тянули, походу. И оторвали. Да, это, походу, как УАЗика сегодня шкварня вырвала. И все. Беда. Так, еще одну Ниву нашли из туризмов. Почему-то колесо уже заменено. Или порезали, или тоже потеряли. Что-то случилось. И еще сказали, еще в лесу одна машина, которая в самом начале щелкнула у нее полуось, я сказал. Она, оказывается, щелкнула и полуось, и редуктор, и потом еще раздатка, и в общем она встала. Ладно.
Вот такие у нас гоночки. Сейчас ждем подведения итогов, вручения и домой. Вот такой вот у нас 4 января. Парни, конечно, месились, как в последний раз.